Так, всем привет. Был привоз на склад. Появились шубки с рысью. Новый фасон. Цвет сильвер, светлый жемчуг. Норка густая. Оригинальный манжет рукава. Внутри проходит кожаный пояс. Фасон немножко кокон. Кокон такой полукруг, внутри пояс, и здесь пластина идет. Шкурки цельные и капюшон из рыси. Капюшон из рыси. И вот по спинке она смотрится как. Размеры есть разные таких фасончиков. Так, вот они висят шубки. И вот такая появилась шубка. Тоже с куницей, прямой фасон. Цвет сильвер, светлый, под пояс. Длина примерно 105 сантиметров. Расцветки есть разные модели. Это вот как с рысью смотрели. Графит, цветные, пастель. Так, и здесь вот у нас прямые шубы висят в пастели с воротниками, с куницей. Черная с куницей. Так, вот моделька интересная, синяя, такой фасон, короткие автоледи с рысью, цвет сильвер, размеры разные есть, вот, и появился еще вот такой вот серый цвет, дымчатый, тоже прямой баллончик с капюшоном, новая модель, цвет необычный. Так, черная в таком же исполнении с воротником и с капюшоном. Новые модели, таких вообще у нас еще не было. Вот, доступны к заказу эти шубы. Также есть цветные летучки, зеленые, куртки. Вот, кстати, женский фасон хороший. Прямая куртка, накладной карман. Пояс. Цвет светлый такой, приятный. И английский воротник. Все это доступно к заказу.